Ой. Да, это идеальное место для того, чтобы совершить ритуал. Площадка есть. Ветви деревьев, если что, защитят меня от дождя. Правда, у меня есть опасения насчет клещей, но думаю, после того, что я сделаю, они меня уже не будут беспокоить. В ночь Красной Луны, в день 13-го Сатаны, я призываю тебя, услышь меня, Сатана Всемогущий, повелитель ада, повелитель душ и всего живого на земле. Услышь меня и прими мою жертву. Явись, явись, явись. О, невероятно! У меня получилось! Получилось! О, великий владыка Сатана! Это правда вы! Смертный! Ты отвлек меня только что от очень важного дела! Зачем ты призвал меня? Я вызвал вас. Не знаю, я просто увидел этот способ в интернете и решил попробовать проверить. О, великий владыка. Опять очередной козел от нечего делать меня призвал на землю. Ты меня немного огорчил. Извините меня, великий владыка Сатана. Ты хоть понимаешь, что ты наделал? И что теперь будет? Я хочу сыграть с тобой в одну игру. Прячься! А может, не надо? О, черт! Сатана идет искать.
Боже, во что я ввязался? Боже, помоги! Ладно, надо передохнуть немножечко. Ау, сатанист хренов, ты где? Выходи, Руслан, я сдаюсь. Я не могу тебя найти. Если ты выйдешь, то я не трону тебя. Походу дела он ушел. Теперь надо поскорее выбраться из этого леса, пока не стало слишком поздно. Идиот! Думает, что так легко выбраться отсюда. Кажись, он забыл, что я всемогущ. Верно? Верно. Стоп. Минуточку. Я же вернулся на прежнее место. Но все. По ходу дела мне конец. Ладно. Попробуем включить геолокацию, узнать, где я. Фух. Что за чертовщина? Я в аду? Все, Руслан, тебе некуда бежать. Ugh.
Добрый день. С вами телеканал «Подмосковье». В эфире новости. Жуткое преступление расследуют в Романском районе. В нескольких километрах от города Романска было найдено изуродованное тело молодого человека. В интересах следствия его фамилия пока не разглашается, но по данным следователя известно, что его зовут Руслан. Его останки были найдены лесничим во время обхода территории. Молодого человека зверски зарубили топором. На данный момент полиция ищет свидетелей. Мы будем следить за развитием событий, а теперь перейдем к другим новостям.